Привет, я Таня Брицкая, вы смотрите канал «Но Медиа» из России. И сегодня я нахожусь в Уфе, где только что закончилось заседание по административному делу, по которому лидера группы ДДТ Юрия Шевчука оштрафовали за дискредитацию российской армии. Эта история началась 18 мая сего года, когда здесь, в Уфе, состоялся концерт группы ДДТ, который стал в этом году, по крайней мере, последним концертом в России. Вы знаете, что группа не уехала, но, тем не менее, после этого выступления в других концертных площадках им просто стали отказывать. Уфа для Шевчука почти родной город, он здесь вырос, он здесь провел юность, здесь, собственно, была рождена группа ДДТ. И именно 18 мая состоялась на этом концерте премьера песни одноименной, она тоже называется «Уфа». Это такое объяснение в любви Шевчука городу. И надо сказать, здесь чувствуется, что она взаимна. Он здесь народный герой, популярнее Салавата Юлаева. Здесь есть его изображение на стенах, здесь все о нем помнят. Здесь есть и люди показывают места, где он жил, где жили его родители и так далее, и так далее. Вот. Но, тем не менее, именно здесь и именно на этом концерте прозвучали те слова, которые позволили уфимской полиции составить протокол на Юрия Шевчука. Вот как это было. Какие цели, друзья? Какие цели опять? В данном случае в ходе произнесения речи было отдельно указано, то, что фактически вооруженные силы Российской Федерации используются с захватнической целью для реализации отдельных каких-то целей отдельного должностного лица, в частности, в данном случае был упомянут должность президента Российской Федерации. На концерте 18 мая были произнесены несколько, как полиция считает, неосторожных слов, как считают эксперты, вполне нормальных и не содержащих никакого состава правонарушения. Так или иначе, Шевчук высказался о происходящем в мире, о происходящем в стране и о происходящем, в общем-то, в своем сердце. Родина, друзья, это не жопа. И зал отвечал ему, слушал и, в общем, вступал с ним в диалог, что очень покоробило, как сегодня мы узнали, сотрудников полиции. Не успел закончиться концерт, а Шевчук спустился в свою гримерную, как его уже встретили полицейские, причем не просто полицейские, а еще и ОМОН. Шевчук подумал, что к нему, в общем, пришли за автографами, так часто бывает. Вот оказалось, что действительно за автографом, но только за одним и только на протоколе об административном правонарушении. Опросили его прямо в гримерке, длилось достаточно долго. Он долго объяснял и рассказывал концепцию своего мировоззрения, все, что он думает о происходящем. И, в общем, высказывался достаточно пацифистски. Полицейские строчили все это в протокол, и вскоре, значит, дело ушло в суд. В первой инстанции, и Шевчука также судили в Уфе, оштрафовали на 50 тысяч рублей, решение в силу не вступало до сегодняшнего дня. Естественно, защита это оспорила решение, потому что там было достаточно много допущено полицейскими процессуальных нарушений. Потому что процессуально, действительно, на мой взгляд, вопросов очень много. И в первую очередь вопрос связан с подсудностью рассмотрения дела, который, да, может быть достаточно тонкий процессуальный, но он, на мой взгляд, достаточно очевидный, потому что дело, принятое в производство одним судом, после того, как оно было направлено для рассмотрения дела, удовлетворяя ходатайство заявителя, да, лица, который, в отношении которого ведется производство по делу, это дело и должно было рассматриваться в этом же суде, то есть это речь идет о Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга. Дальше все, что происходило, не имело с точки зрения процесса какого-либо основания, поскольку, в общем-то, это решение, это определение Советского районного суда, удовлетворение ходатайства направления дела на рассмотрение по месту жительства Шевчука, оно сохраняло свою силу, никем не отменено, и суд, районный суд Санкт-Петербурга не должен был отказаться от юрисдикции своей по этому делу, но, к сожалению, произошло по-другому. И в этом смысле нарушение правил подсудности, на мой взгляд, аргумент, который, в общем-то, способен продемонстрировать то, что постановление районного суда города Уфы является незаконным. Сегодня в Верховный суд Республики Башкортостан, где и слушалась апелляция по делу Шевчука, были вызваны полицейские, которые участвовали в привлечении его к административной ответственности. Это майор Камалова, которая составляла протокол, и капитан Ермолаев, представитель МВД. Майор Камалова говорит, что она участвовала в охране общественного порядка во время концерта в Ледовом, услышала собственными ушами сказанное Шевчуком, записала это на телефон и, значит, немедленно двинулась составлять на него протокол. Она была не очень многословна, но настаивает на том, что все сделала правильно, а если какие-то процессуальные нарушения действительно имеют место быть, а они
очевидное. Ну, так это потому, что спешили просто, и время было позднее. Ну, дескать, на суть дела никак не влияет. А что касается господина Ермолаева, то он, мне кажется, совершенно программную вещь произнес, не знаю, отдавая ли себе в этом отчет. Он заявил следующее, что коль скоро мероприятие у нас концертное было, то оно не подразумевает вообще каких бы то ни было высказываний на политически актуальные темы. То есть пришел петь, вот и пой, а уж говорить тебе не положено. Площадка, которая представлялась для выступления рок-группы ДДТ, она предполагала проведение концертного мероприятия, но никак не высказывание позиции той или иной отдельного лица на общественно значимые политические цели. Полиция также настаивает на том, что раз в концертном зале было аж 8 тысяч человек, то сознательно господин Шевчук решил воздействовать на эту толпу, поставив под сомнение законность происходящего в Украине, дискредитировав, естественно, вооруженные силы Российской Федерации, исказив смысл происходящего, ну и много-много других таких серьезных достаточно в его адрес обвинений прозвучало. Они, с одной стороны, серьезные, с другой стороны, ну, как-то трудно их серьезно воспринимать, потому что, безусловно, они абсурдные. Дело в том, что в деле есть экспертизы, заключения экспертов, которые изучили все сказанное, весь текст, произнесенный Шевчуком, не нашли там абсолютно ничего криминального, ничего нарушающего законы Российской Федерации. А вот как раз в том, что происходило сегодня в суде, защита усматривает, конечно, нарушение права на свободу слова и выражения мнений, по которому Юрию Юлиановичу просто вот отказывает местная уфимская полиция. Юрий Юлианович оставит без изменений жалобы защитника Кирилюка, без удовлетворения. Да, стало известно, что на Шевчука составлен протокол еще в мае. Многие подумали, что знают из-за чего. И что все дело в одной из произнесенных им со сцены фраз, а именно «Родина – это не жопа президента». Трудно поспорить с этим тезисом, и уфимская полиция тоже не стала. Поэтому именно этой фразы в процессуальных документах нет, и никакого состава правонарушения в ней не обнаружено. Поэтому мы так спокойно повторяем ее в эфире. Что касается остальных фраз, которые в протокол как раз вошли, почему-то правоохранители не потрудились аргументировать каждую конкретно, в чем состав, в чем правонарушение, где дискредитирует Шевчук российскую армию, учитывая, что он про российскую армию в этом выступлении не сказал ни слова. Но в суде первой инстанции госпожа Егорова, это был советский районный суд Уфы, указала, что совершенно не обязательно упоминать российскую армию, чтобы ее дискредитировать. Можно и без упоминания. И, к сожалению, сегодня Верховный суд Республики Башкортостан это, говоря языком наших стряпчих, засилил. То есть решение вступило в силу, оно полностью оставлено без изменений, включая все грамматические ошибки в решении суда, которые допустила судья Егорова. Шевчук будет платить штраф, ну и будет, разумеется, его обжаловать в кассации, об этом уже заявила защита. Ну а мы будем следить за дальнейшим развитием этого отчасти курьезного дела. С вами была Таня Брицкая, это канал «Ноа Медиа из России». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Будем на связи.